Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале о Лаконе, и мы проходим 281-ю часть игры, которая посвящена нашей истории, да, исторические люди, как вы видите, кругом здесь. Вот, машины, словно Флинстоуна. Начинаем собирать предметы, потому что нам предстоит решить не одну головоломку. Это у нас клыки. Идем направо. Этот парень хочет себе обувь, какие-то рисунки, подсказки. Мужчина хочет 40 лыков. Внутрь. Берем кинжал, шкуру медведя. Кинжал можно использовать здесь. Идем. Внутрь мальчик плачет. У нас есть 25. Кожа. Это, скорее всего, медведя, написано животного. Здесь я пропустил клык. Возьмите здесь камень. Он нам понадобится здесь. Нам можно нажимать. Чтобы открыть его, вот эту дверь, нужно воспользоваться вот этими подсказками внизу, но порядок их использования нарисован здесь. 1, 2, 3, 4, 5. Да? То есть... слон. Это двойка. Змея, тройка огонь, четверка рогатый и пятый заяц. Убираем камень, и дверь у нас открылась. Вы поняли, да, почему здесь началось со слона? Потому что этот рисунок уже нарисован на стене. Тому он нас не интересует. Это мамонт. У нас камень, еще рисунок. Это подсказки. У нас есть ключ. Ключ можно использовать здесь. Следующее, что мы можем сделать, это порезать кожу на кусочки с помощью веревки и кожи, сделать обувь и дать этому мужчине на транспорте очень-очень старом. Теперь мы можем, собственно, открыть этот сейф, этот замок, не знаю, как это называется. И для этого вот этот рисунок, то есть подсказка, нам нужны вот эти рисунки. И обратите внимание на порядок, то есть мы должны начать с меньшего до большего. Заяц, огонь, змея. Порядок точно такой же. Упс. Заяц. Огонь. Змея. Этот череп остается. Здесь, по-моему, слон. Да, есть. Теперь мы должны открыть вот эти штуки. Подсказки для них тоже на этом листике. То есть 3000 плюс 150 и плюс 62. 3212. Но заметьте этот порядок. 3212. То есть первая цифра, вторая цифра, третья и четвертая. И эти цифры... это третье положение, то есть это первое, это тройка, это двойка, это единица и это двойка, я вижу. Вторая подсказка. 3000 минус 802 минус 65 минус 3 это 2130. Тоже точно так же нужно их набрать. То есть
2000 это единица, 100, 30, и здесь ничего. Так, у нас есть 38. Так, у нас есть дерево и кинжал. Мы можем сделать тарелку, а также нарезать морковку и сложить морковку в тарелку и дать это попугаю. Я верю, что где-то два рога я пропустил. Первый. И вот второй. Теперь этому мужчине отдаем мед, тряпочку смазанную с медом, и мы отдадим ребенку. Возьмем у него эту такую деревянную приспособление, чтобы хлопать. У нас есть молоток и гвозди. Соединим, сделаем древнюю расческу. И разберемся с мамонтом. Раз. И у него получилась такая прическа. Вот так, друзья, мы прошли эту часть игры. Всем спасибо за просмотр. От вас лайки, комментарии, подпись на канал. И до новых встреч. Пока-пока.